Натерла умеренно соленый сыр сулугуни. Яблоки уже потемнели, но ничего страшного в этом нет. Смешала яблоки с сыром и с яичными белками. Яичные белки добавляю для того, чтобы обволакивать яблоки, чтобы меньше сок, выделяющийся из них, проникал в тесто, делая его влажным. Тесто готово. Сейчас я его разделю на две части и буду раскатывать на рулеты. Закатала тесто с начинкой рулетом. Сейчас буду выпекать. Спеклись рулеты. Сейчас посмотрим, как они выглядят в разрезе. В разрезе рулеты выглядят замечательно. На вкус вкусный. Я уже попробовала.